знаете, сегодня очень важный день для меня, потому что сегодня, я бы сказал, ну для меня, по крайней мере, это единственный день в году, когда у меня двойной праздник, двойной день рождения, потому что сегодня отмечает свой день рождения храм города, наш город Пильцы, а также родной город Полежский, в котором я родился. Поэтому сегодня единственный день в году, когда для меня двойной праздник. Когда мы говорим про город, про людей, про историю, я бы хотел в первую очередь пожелать городу благополучия и развития. А людям самое важное сегодня, уверен, что им нужно просто мирное небо над головой, потому что сегодня в мире, скажем так, не самая простая ситуация. И поэтому в первую очередь пельчанам мирного неба над головой. А если будет мирное небо, то будет и благополучие, и процветание, и как можно положительных эмоций. Потому что, опять же, мы, к сожалению, живем в время, когда отрицательные эмоции превыше положительных. Поэтому я бы хотел, чтобы в этот день положительные эмоции преобладали. Я стал Ла Мулцань Белс, Ла Мулцань Мураш, Мил Натал Фалешт, Ла Мулцань Пендрут, Туати Локалитез Леденцары, Ханта Завем, Шихрам Мураш, Лудон Душен, Шибасарабяска, Шмулти Мулти, Алти Локалитез, Сын Букуроск, есть его традиции, Белс, Кари, есть и Уника, Республика Молдова, а часто порадовала Кари Партичипы, Эдрепринер Муничпаль, Агенс Экономис, Порти, Личей. Есть его традиции, Кари, есть его экземпу Фуартибун Пентру, Пентру Туаты Цара. Пяста, Амсубаспун Маймулти, Дарда Кисинчар, Амасад, Шо Резервы Пентру Аста Цара. Деваричи Аста Цара пригодит Маймулти сюрпризы. Frumoasă și pentru toți bălțenii și pentru toți oaspeții care cred că suntem bălțenii toată țara.